Ульяновцы продолжают помогать фронту. Юлия Куценко, известная как «Мама Юля», подготовила еще один подарок для российских военных. При помощи единомышленников Юлия купила УАЗ-буханку, так необходимый при транспортировке раненых. Этот автомобиль пришлось довести до ума. Друзья Юлии установили защитные решетки. Также кузов разукрасили под местность. Пара манипуляций с ходовой и верный помощник для медицинского батальона готов. Ну, рисовали мы сами. То есть взяли, купили баллончики и разрисовали сами. А сверху вот эту вот антидроновую сетку наварили мальчишки из русской общины. То есть договорились, также сложились, купили сетку, купили железо. И русская община всегда помогает очень много и хорошо. Юлия уже дала имя представителю ульяновского автопрома. Как всегда, заботливая помощница наших воинов вложила душу в любимое дело. Ну, у меня вообще как-то с детства такое, наверное, прозвище, что ли, давал. Я очень такой вот ёмкая. Но если вот Кузя тут броневик, то это мама. Ну почему мама? Я сама мама троих детей. Но когда ребенок коленки разбивает, куда бежит? К маме. Мама падает, маме как бы ребенку не больно. Опять же, когда ребенок находится в маме уютно, в маме не страшно, в маме безопасно. Машина же предназначается для эвакуации раненых. Я очень надеюсь, что раненые бойцы, которые будут эвакуированы с линии боевого соприкосновения в этом УАЗе, когда поедут, они будут в безопасности. В этой машине скоро повезут и иконы святых Пантелеймона и Луки, особо почитаемых среди врачей. Также отправят носилки и прикроватные столики. УАЗ поедет в одно из медицинских подразделений Запорожья. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.